Команда КВН «The College Miras». Эту песню мы хотим посвятить на тему космос. И снятся нам облаки звезды зала. Все света и смешные виден сны. И снится нам КВН, КВН у дома. Веселая, веселая. Всем привет! С вами команда КВН «The College Miras», будущие учителя английского языка. Почему это «The» уже «The» вроде? Именно в этом чувство, что смущает тебя. Еще, почему учителям уже договорились не затрагивать эту тему? Почему? Ведь учитель — самая важная и нужная профессия в мире. Во-первых, высокая зарплата. Если даже веешь, конечно. Во-вторых, тебе дарят много подарков и цветов. У меня аллергия на цветы. И в-третьих, много подписчиков в Инстаграме. Там только родители, дети, сотовое, свое фото, купальники не могу выложить. Какое фото купальники, Гульжан? Это будет фото бревна в купальнике. Пожалей людей. И вообще, почему ты против педагогов? Смотри, кто там сидит. Сама Зарина, капитан команды «Педабоги». Смотри, чего она добилась. Ничего не выигрывая, сидит жюри. Мы как раз по их стопам идем. Может, и жюри окажемся. Ну ладно, чтобы до конца позориться, мы идем к миниатюрам. Случай учительской, 8 марта. Татьяна Владимировна, смотрите, что мне мои ученики подарили. 13-й айфон, я не могу. Ну просто молодцы. А вам что? Мария Ивановна получила письмо через Казпочту от своего ученика Юрия Гагарина. Письмо получил. Это же от Юры! Здравствуйте, Мария Ивановна. Вот вы говорили, что я ничего не добьюсь. Смотрите, теперь я выше вас. Добился он. Слово говорит, до сих пор через «А» пишет. Тебе давай толчу, что отпущает тебя. Итак, встреча выпускников. Ну что, рассказывайте, что у вас нового? Ну, я купил акции Tesla. А у тебя что нового? Ой, я открыла свой салон красоты в Алма-Ате. У меня идеальный муж, прекрасные дети. Вот, недавно за границу слетали, да. А у тебя что нового? Стендап Тивертоу. Хей-хей-хей, всем привет! Стендап. Sit down. Thank you. Тебе давай танцуй, что отпущает тебя. Давай танцуй. И что бы хотел сказать в завершение? Мы выступаем против школьников, и хотелось пожелать им удачи. А вдруг, если вы победите, я приду вам в школу, такие ссоры с Сочи вам сделаю. Перед вами выступала команда КВН «The». Спасибо за внимание.